Всем привет, с вами мистер Чейзер, и мы начинаем прохождение по игрушке Лего Мир Юрского периода. И будет мне в этом прохождении ассистировать тот человек, который вы знаете по некоторым другим прохождениям. Скажи что-нибудь. Ку. Ку? Оригинально. В общем, из-за того, что в игре нет, к сожалению, игры по сети, мы будем сидеть друг напротив друга. Но это, думаю, не помешает нам пройти данную игру. Будем играть с самого естественного начала, несмотря на то, что мы тут тестировали какие-то старые наши способы микрофона. Я не знаю, что я несу. Но, в общем, давайте просто начнем. Фильм я, кстати, не смотрел. Так что, возможно, какие-то там отсылки к фильму будет улавливать мой напарник. Так что, не знаю. Обязательно в порядке, думаю, я посмотрю фильм, но несколько позже. Отсылки тут просто по фильму все. Ну, отсылки к фильму в игре, почему бы нет? Ну, а это как, так как я не смотрел фильм, так что мне здесь будет вообще ничего не знакомо, кроме динозавров, конечно. Ну, как же Лего. Ну и Лего, да, стилистика. А также специфические шуточки Лего, которых здесь будет просто миллион. Не, учитывая то, как он обращается с Шокером, это неудивительно, что его в фильме сожрали, да? Сожрали. Самая длинная роль. Лучшая роль. Наверное, было пригласили бы еще кого-то Стивена Сигала, да, которому надо заплатить дохера денег. И чтобы он первый же. Так, на первой же минуте сдох. Нажми любую кнопку. Я нажал. Молодец. Ну что, типичная Лего игра, где нужно просто ломать окружение и собирать монетки. Детальки, я не знаю, я всегда их почему-то называл сразу двумя тут словами. Головоломки хоть будут? Кто? Головоломки? Ну да. Но они будут, конечно же, примитивные, уровня школы третьего класса. Я понял. Но они будут. Это ж типичная Лего. Точнее, типичная Лего игра. Где нужно сломать что-то, чтобы что-то построить и пройти дальше. Каски, да? Ну типа. А это что? Это шины, понятно. Тут все ломается. Что и выглядит как Лего. Где четвертая кнопка? Где четвертая? Осторожно, у него нет прав. Черт! Да ты сломал машину мою. Я не сломал, тут просто преграда. Так а че он назад не может ехать? Не знаю, потому что может у тебя нет прав. Ты не знаешь, как управлять автомобилем. У тебя прав нет. В данном случае погрузчиком. Да давай, скотина такая. Он застрял, все, забудь про него. Нажми на кнопку Б, может он назад поедет. Че это вдруг? Ну, ага. Потому что я играл в некоторые другие Лего-игры, и там управление точно такое же, как и здесь. Короче, иди сюда, нам надо дальше идти. А как прямо ехать? Прямо А, по идее. Сука. Короче, выходи, все, приехали, конечная. Да подожди. Тут надо... Погрузчик. Поехали. Кого погрузить? Я сказал, поехали, начальник. Черт! Я тебя сейчас дротиками наколю. Снотворное ему, он кажется с ума сошел. Он управляет автомобилем как пьяный. Блин, я вылез обратно. Дротиков всем. Да не поднимешь ты эту хрень, давай уже включай ее. Да давай, я тебя так вот подниму просто и все. Да нет, ты не понимаешь, что это обучающая миссия, тут нам надо учиться. Вот смотри, я в клетке ДНК стреляю дротиками, они остаются там. Да, я понял, да. Заряжай. Почему тут кнопка B пишется, а не 1, 2, 3? Я не знаю, у меня почему-то кнопки как раз таки геймпада пишутся, ну то есть Xbox-овского, а у тебя почему-то кнопка 1, 2, 3 пишется, я не знаю почему. Монетки, монетки, монетки. Глупый мужик. Так. Не, их избивать не здесь нельзя. Они просто уж этого Шварценеггера учились. Так, лазим по земле и копаемся в говне. Собственно, как всегда. А, ты типа пол чинишь. Ну типа да, потому что почему-то, блин, взяли, привезли сюда динозавра, сказали типа, эй, давайте, парни, привезем динозавра сюда. На самом деле взяли и ни черта не сделали. И говорят нам, давай доделывай пол. Вообще нормальные люди. Что произошло? А. Я просто хочу пацанам помочь его дотащить. Ты не там стоишь.
Я знаю, но я буду как мастер Йода. Ментально. Ты что не делать будешь? Да, ну сейчас камера уйдет. Вернется в нормальное русло, скажем так. Давай! Это всего лишь чертов динозавр, он не такой уж и тяжелый. Кейдс ладдер'с джаммд. Somebody punch in the security code again, will ya? Никаких кодов безопасности, просто ударь по ней кулаку, все работает. Ладно, если вы настаиваете. Сейчас будем сломать систему. Вниз, влево, вверх. Вниз, влево, вверх. Легко, вот тебе и головоломки. Я просто цифры вижу. Которые решит даже пятилетний ребенок. Это же Лего. А, понятно. Отлично. И как всегда. Дарт Вейдер звонит. Впрочем, ничего нового. Что там, нажать надо Б? Да. Лучшая помощь. Совать руку в клетку с динозавром. Просто рукой его бьет, да? Бананом. А, банан. Бананом в него тыкает. Хоть рука осталась. Зато сосисочку потерял. Здоровую. В фильме сосисочек не было. Жалко. Просто велосипед. Maybe one of the other dig sites has turned up something. Да, да, да. Да, да, сейчас будем вам ломать головы. Так. Еще один прекрасный. Я проверил. I can feel it. There's a raptor right under here. Копай, не ты ж там. Я, говорит, я копать не буду. Зато я буду копать. Рожденный копать. Копать. Я ж избранный палеонтолог. Только у меня здесь есть лопата. И собирать замки тоже ты будешь. Кого собирать замки? Замки. А, замки? Песчаные замки эти. Я не могу собирать. Ты же головой крутишь, что нет, типа. Ты не умеешь собирать? Не умеет, да. Странная женщина. Как будто у нее рук нет. Так, собирай машинку. Какой бы, нет? Перфораторная, да? Машинка, моя любимая. А-а-а. Так, женщина за руль, нельзя тебе за руль. Ну, она не хочет запрыгнуть. Давай, давай. Один раз нажми. Что нажать-то? На желтую кнопочку, да. Что она делает? Катается на перфораторной машинке. Копать. Копать, копать. Я думал, мы в этой команде. Я до динозавров копаю, я палеонтолог. Чего ты не понимаешь в этом? Сейчас еще на скалу заедет, да? Ну так а чё? Лошадь с Кариме может, я не могу. С Кариме там лошадь была, да? Давай запрыгивай, короче. Поехали. Зачем запрыгивать? Зачем по динозаврам прыгать, если можно так заехать? Так, как отсюда выйти его? Да ломай все, давай, избивай. Может, я смогу запрыгнуть как-то? Нет, у тебя нет машинки. Жалко. Давай, скинь мне уже хрень, чтобы я на нее залез. Нахер ты мне нужен? Я думал, мы в этой команде. А монетки в общей кладете? Ты не сможешь, да, в общей. Ты не сможешь... Ладно. Ты сломать не сможешь, это, собрать замок песчаный. Ну, мне нахер нужен. Ну как? Золотые детали дадут за это. Да мне срать на детали. Ломать главное. Ломай, круши. О, теперь ты хоть что-то умеешь собирать. Нам еще лопатки. Нормально. Главное, надежность. Ладно, запрыгну на всякий случай. Типа то, что я прыгать умею, покажу. Ha.
Так. Ну, точила моя. Стоять. Никто у тебя твою точилу не забирает. Это дети, да? Детей давить надо. Да нет, вроде обычные пацаны. Паркур! Так, давай дальше лезь. Тут тоже не переедешь. Ты думаешь? Задний ход. Да твою мать. Давай попробуй. Сука. Ты женщина за рулем, это очень опасное сочетание. Да давай, да что такое? Ты на ту скалу заехал, а здесь не можешь проехать. Тю. Какой-то садизм. Ладно, влазь. Перфораторная машинка сказала, что я не умею ездить. Внезапно. Перепрыг. Давай, запчасти ждут. Блин, как он так вот наклоняется и не ломается? Это ж кости. Да, Лего, все нормально. Расслабься, да? Мультики, по-моему, тоже так собирал, да? В каком мультике? В каком мультике? В Лего-фильме или ну, что? Да. Ну да. Это ж Лего. Тут по-другому быть и не может. Песчаные замки. Я свое соберу. Дрель! Или отбойный молоток? Отходит так, типа что падает. Собирай динозавра! А, ну да, кахоток! Я прям Индиана Джонс какой-то. Так, мне это зеркало в это время достало. Доктор Грант, доктор Элли, мы готовы попробовать снова. В жопу. Я вижу компьютеры. Почему бы и нет? Эй, перфораторная машинка! Помоги нам. Просто с фильма, да, голоса повырезали? Да, с фильма повырезали голоса, тупо вот рип сделали, скажем так. Дай. Короче, делай двойной прыжок. Давай, ты сможешь. Верь в себя. Так, первая часть с деталями есть. Осталось еще 9. Но все равно мы все сразу не возьмем. Это прикол Лего в том, что нам нужно будет сюда вернуться, скажем так, с другими какими-то так, персонажами. Так, чтобы меня убило, чтобы меня убило. Надо вот так стоять. Только не убегай. Скотина. Телепорт. Ломай! Рожденный ломать, рожденный копать. Я просто рожденный. Делать все, что от меня зависит. Как тут все ломать, конечно, как-то не очень. Тем более руками, да? Ну да. Схема такая. Сейсвимобиль. Так, давай. Давай! Ты мощный, ты сможешь сломать эту хрень. Молодец. Так, мы уже почти собрали эту полоску, ну. И что оно будет? Ну, нам дадут эту деталь вроде одну из сети. Да я понял, уйди, уйди. Что эта деталь даст? Ну там за 10 деталей нам дадут фигурку динозавра какую-то, я так понимаю. Ну это в каждой лего игре свои какие-то приколы. Говорит, не, кусты не могу рубить. Иди руби кусты. Там одна штука всего. Поехали, моя любимая штука. А, я замок собрал, понял? Ты мне не нужен. Моя любимая штука, поехали. Да разлам вот эти штуки. Короче, верчу на запутать хочу. Сейчас пойду кактус сломать. Да, работает. А если сам можно пойти ушатать пацанов? Жалко, он не запрыгивает, я пацанов ушатал бы там. Давай! Разгон! Сейсмическая хрень! Смотри, как это... Классная штука. Пацан, поберегись! С гитаркой.
А вон вертолетик уже. Кажется, динозавры любили играть на гитаре, да? Интересно, 5-6 струнной. Все, вот ты вот и дед говноед. Так, ну сейчас он это. Оп. Криворукие какие-то, блин. Поехали. Больше монеток. Не вышло то, что я хотел. Запрыгнуть круто. Сразу? Да, но было круто. Ну, это же обучение, нам говорят, что как на батутах прыгать. Да кто? Эксперт по выживанию. От сейсмической машины, наверное, по выживанию, да? Если все разнесем, он замок. О, замок, замок, давай. Он типа тут неправильно собран или что? Ай. Не, типа это просто хреновый замок, нам нужен свой замок. Захват. Разделяй властвуй. Ломай биотуалеты. Что происходит с моим персонажем? Только листики, никаких биотуалетов. Блядь. Что такое? Ну, не знаю, я запрыгиваю, и он, как будто он скользкий. Чувак хотел в туалет, и мы ему сломали туалет. Он куда-то сейчас в пустыне, наверное, побежит. Ух ты. Я сюда не забегал. Да ладно! Джон Хаммонд. Ну, прям слышно, что с фильма взяли звуки, но голоса точнее. Совсем обленились в этой части. Позвали бы хотя бы актеров. Хоть каких-то. Не важно, что бы давно было. Ну не прям этих же актеров, а каких-то актеров бы позвали, чтобы их озвучили. Не важно, с фильма, не с фильма. Можно было каких-то людей просто найти и озвучить все это нормально. Чувак, хаос. Блин, музыку не получилось вырезать. Совсем плохой. Эксперт по теории хаоса. Ну да. Эта теория все ломать? Ломать! Этого мы умеем. И надеюсь, игра сейчас не вылетит. Вылетит. Давай, вылетай. Монетки, это здорово. Там еще на каждой написано Лего. Еще нам туда дают. Ничего. Класс. Та-та-та-та-та-та. Отлично. Это победа, и шо.